Торт Прага. Любимый многими шоколадный десерт, этот советский родственник торта Захер порадует всех любителей сладостей. А как приготовить глазурь для пражского торта? Читайте в рецепте. При приготовлении глазури учтите, что она очень быстро застывает, поэтому торт приготовьте заранее и потом сразу покрывайте его глазурью. Шоколадная глазурь подойдет не только для пражского торта, это практически универсальный рецепт. Любой пирог, киш, пирожное можно украсить глазурью, это лучшая альтернатива растопленному шоколаду. Готовится глазурь просто, а затрат на ее приготовление меньше в разы, чем с тем же шоколадом. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. В небольшой кастрюльке смешайте ванилин, сахар, какао и молоко, постоянно помешивайте, варите после закипания 8-10 минут. Снимите кастрюльку с огня и добавьте кусочек масла, хорошо перемешивайте, пока масло полностью не растворится и глазурь не станет однородной. Готовую глазурь выливайте струйкой, желательно не размазывать ложкой или лопаткой, так смотреться изделие будет эффектней. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Необходимые ингредиенты. Молоко. 3 столовые ложки, какао 1 столовая ложка, сахар 0,5 стакана, масло сливочное 50 грамм, ванилин 0,5 чайных ложки, количество порций 1. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Буду скучать без вас.